Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Alex's Reaction, и было очень много просьб по поводу поставить песни Шамана, те другие всякие разные. Сегодня я послушаю Шамана, но не то, что вы просили. Не так давно выходил маленький вот этот отрывочек, кусочек, я не знаю, произведения Шамана, он выкладывался в ТикТоке, вот, и мы посмотрим, что за это была наработка, то ли это в дальнейшем будет какая-то полноценная песня, пишите, оставляйте комментарии, если вы что-то знаете, либо это будет что-то совсем иное, другое, возможно, это так и останется маленьким кусочком, подарком теплого лучика и пьяного солнца от Шамана, название как раз вот этого произведения «Пьяное солнце». Не будем затягивать, переходим и слушаем, но от вас комментарии, что мне еще послушать, на что сделать реакцию. И да, ребятки, хотелось бы еще сделать небольшое заявление. Давайте наберем 1000 подписчиков и на 1000 подписчиков сделаем какой-нибудь такой лайв-стрим небольшой, пообщаемся с вами, я в прямом эфире, вы со мной в прямом эфире, постараемся это организовать, сделать и послушать какие-нибудь песни прямо в прямом эфире. Как это будет происходить, мы все организуем, посмотрим, сделаем. Вот, ну а на сегодня давайте все-таки перейдем к Шаману. «Пьяное солнце». Погнали! Мимо нас, пьяное солнце, оно уйдет и больше не вернется. Ну что же ты молчишь, не поднимая глаз, мимо нас. На самом деле очень маленький кусочек, да, ребятки, но насколько мощный, сильный голос, это просто офигеть, это просто классно. Послушать вот этот тонкий голос, я, конечно, могу попробовать тоже сделать, распеться, попробовать тоже его сделать такой прям более звучный, более тонкий, но не знаю, конечно, что из этого получится. Давайте сделаем такой небольшой мини-челлендж, попробуем. Я не знаю, конечно, я сейчас, давайте без хейта, ребята, я просто стараюсь для вас. Был очень маленький отрывок, да, хочу, чтобы немножко вы посмотрели побольше меня. И я сделал тоже небольшую, я не знаю текста песни этой, к сожалению, но я попытаюсь спеть. Чтобы вам проверить, насколько это сложно, давайте сделаем челлендж. Попробуйте сделать то же самое дома. Особенно, если вы не знаете слов этой песни, попробуйте спеть. Ну, пару раз там послушали, да, потому что я до этого скажу, что я слышал несколько раз, но я не знаю текста песни, поэтому давайте попробуем в моем исполнении вместе с Шаманом. Вы тоже вместе с Шаманом включаете эту песенку. И, в принципе, ссылочка под видео будет на ссылку этой музыки. В принципе, я в ней ничего не говорил, поэтому я думаю, что можно ее на моем канале тоже включить и послушать, и спеть. Погнали, давайте попробуем, посмотрим, что из этого получится. От вас комментарии вообще, насколько это было плохо или хорошо. Я, конечно, мне очень стыдно, сразу заранее говорю, что очень стыдно, что получится. Но давайте попробуем, потому что я, опять же, таки слов не знаю. Хотя бы слова бы знать, но слов не знаю, что вообще это беда, это скаль, грусть, печаль. Вам, ребятушки, небольшой совет. Особенно, когда если вы сидите в наушниках, никогда так не пойте. Вы не слышите свой голос, это как минимум неправильно, когда вы не слышите свой голос. Чтобы слышать свой голос и в то же время слышать воспроизведение чего-то, делайте всегда вот так, как я и делаю. То есть убираете один наушник, ставите вот сюда, теперь вы слышите свой голос. Нормально, что у вас получается, более-менее. Потому что, ну, это и то не так, не факт, что будет звучать так, как вы слышите. Но хотя бы как-то так. Вот, сейчас распоем сюда. Вот, ребят, давайте попробуем, не буду затягивать, поехали. Шаман, пьяное солнце, в исполнении Шамана и Alex's Reaction, да, канала Александра, то есть меня, погнали. Мимо нас, пьяное солнце, оно уйдет и больше не вернется. Ну что же ты молчишь, не поднимая глаз, мимо нас. Мимо нас, люди, птицы, они летят, чтоб все-таки разбиться. Убей меня потом, но только не сейчас. Сейчас.
немножко я подпростывший, поэтому извините, да, простите. Но я старался, ребят, хотя бы старался, простите меня, не хейтите, пожалуйста. Вот, что у нас получилось вместе с шаманом? Пишите, что получилось у вас. Такой мини-челлендж для всех нас. Вот, ну и, соответственно, встречаемся в следующих видео, которые вы, наверное, написали, попросили по шаману там, было сколько много всего. Ну и давайте добьем 1000, все-таки 1000 подписчиков как можно быстрее. И как только будет у меня свободное время, потому что я человек занятой, я работаю. Так же, как и многие из вас, я работаю не только ютубом, да, а работаю вообще работой, и довольно-таки она физическая и тяжелая. Вот, поэтому не забываем об этом тоже. И как будет только свободное время, как будет у нас только 1000, сделаем лайвстрим вместе с вами, пообщаемся, послушаем любимую музыку, прокомментируем все это и, соответственно, выскажем свое мнение. Кто-то, возможно, плохое будет высказывать, но будем надеяться, как лучик света, как пьяное солнце от шамана, веселое и радужное, светящее, яркое, красивое. Вот. Будет хороший комментарий. На сегодня, ребятки, все. Вам хорошее настроение. Всем удачи. До встречи. Увидимся уже скоро. Но будем надеяться, что увидимся уже, когда будет 1000 подписчиков. Ну, возможно, и раньше. Всем пока-пока.